1 по 4 сентября в Омске прошли чемпионаты первенства России по велоспорту на треке. Сильнейшие спортсмены страны, в числе которых чемпионы Европы и призеры чемпионата мира, состязались как в скоростных, так и в многодневных темповых гонках. Острое соперничество развернулось в спринтерских стартах. В ГИТИ с места на 200 метров отличились спортсмены Санкт-Петербурга, Омска и Тулы. Задали темп. Александр Проценко промчался 200 метров за 18,3 секунды. Главные соперники стартовали под занавес гонки, сумели превзойти результат омского спортсмена. Золотую медаль с результатом 17,644 секунды выиграл Павел Якушевский из Санкт-Петербурга. Серебро у тульского гонщика Дмитрия Нестерова. Третий результат показал еще один представитель северной столицы Максим Богданов. Вкус победы всегда сладок, это всегда приятно, никогда от этого не устаешь. А что касается велотрека и траектории, в частности, я считаю, здесь очень удачная траектория. Вообще, в принципе, конфигурация трека позволяет показывать наивысочайшие результаты. Сам по себе велотрек мирового уровня, олимпийского, я бы сказал. То есть, в принципе, здесь есть все для того, чтобы на базе вот того, что, собственно говоря, у вас есть, чтобы ковать самые высшие результаты мирового уровня. В споре женщин лучшие результаты также показали спортсменки из Санкт-Петербурга Екатерина Гниденко и Наталья Антонова. Они проехали 200 метров за 18,8 секунды. Я здесь впервые в Омске, на омском треке. И я хочу сказать, что здесь очень хороший трек. Если взять вот в Санкт-Петербурге, это у нас, в принципе, два всего лишь. У нас два стандартных велотрека в стране. Это в Питере и здесь. Вот, то этот... Ваш велотрек, он более подходит под стандарты европейских треков, я бы сказал. Здесь очень ровный и немного пологий трек, и отсюда идет и траектория, ну, чуть-чуть иная. Даже не знаю, как объяснить. Я могу сказать так, это опыт. Я уже много лет занимаюсь этим видом спорта, и приезжая на разные треки, я могу там за один день определить, какую траекторию мне нужно будет выбрать для себя. Омская спортсменка Алла Кананчук стала бронзовым призером. Всего в соревнованиях чемпионата и первенства России среди юниоров наша команда завоевала 4 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград. Для нас преимущество, естественно, это темповые гонки, то есть гонки не на короткие дистанции. У нас традиции темповые довольно-таки обширные. Я хочу сказать, уходят корнями в шоссейные гонки. Но так как здесь уже у нас построили великолепный трек, то мы перестраиваемся именно на трек. И одним из специализаций нашей омской команды становится именно темп. Гонки на треке. Следующие соревнования в рамках первенства России пройдут в Омске в конце сентября. На старт выйдут велосипедисты 15-16 лет.